Привет, это Денис, канал «Кратко про Албанию». Сегодня коротенький ролик про жалобы на Албанию от туристов, от переселенцев, от приезжих. Ну, самая популярная жалоба – то, что зимой в квартирах холодно, ну, страна южная, стены тонкие, отопления нету, и народ говорит, что он мерзнет. Ну, друзья, как это улаживать, мы снимали про это ролик, и не один. Последний из них назывался «Как пережить зиму в Албании» будет у меня над головой. Там мы снимали про ряд способов, как это сделать легко, комфортно и достаточно бюджетно. То есть это вообще не проблема. Второй популярный в списке жалоб – это то, что в каких-то районах бывает перебой с электричеством. Особенно это касается крупных городов. Ну, где-то линии меняют, где-то трансформаторы меняют, где-то там башню повалило ветром, тоже случается. Вот. Какие-то кратковременные моменты. Но, друзья, это все улаживается тем, что вы можете купить в магазине бытовой техники там простой бесперебойник за там 50-60 евро, и все. Проблем нет, у вас не будет никаких перебоев от слова совсем. Некоторые жалуются на то, что у нас, ну, например, нету хорошего черного хлеба, сала или соленой какой-то селедки. Вот уж проблема так проблема, да, там найти черный хлеб, привезти себе сало или там посолить себе рыбу. Но как бы народ обсуждает, перетирает между собой. На самом деле я рад, потому что раз у людей нету других проблем и только остались вот такие, что ж, это хорошо, что людям скучно и они это все обсуждают. По поводу каких-то бытовых нюансов, конечно, в Албании не есть, как и в любой другой стране. Но, друзья, не больше, чем в любой другой стране. Просто у нас здесь хорошо, поэтому все эти проблемы, они решаются как-то спокойно, вальяжно, там, в очках и в шляпе. Да? Вот. По поводу проблем. Ну, да, друзья, это правда. В Албании есть проблема. Ну, например, вот мы на фоне вот стройки отеля, да. К примеру, есть проблема с тем, что строится в Албании достаточно много, но есть масса разных нюансов с покупкой квартир. Мы снимали про это достаточно много видео. На канале есть около 70 видео, посвященных недвижимости, там, проверкам, сырости, документам, нотариусам, риэлторам и всему остальному. Вы можете это изучить, и у вас будет достаточно плотное представление об этом. Если вы чего-то не найдете, то окей, у вас есть мой номер, вы можете мне позвонить и спросить актуальную информацию, что тут с банковскими счетами, как эту квартиру оплачивать и тому подобное, и тому подобное. Поэтому, ну, с проблемами, жалобами на сегодня как-то так. Друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не терять его из виду, ставьте нам лайк, тогда мы чаще и больше будем выпускать для вас роликов про Албанию. И звоните мне, если вы хотите приехать, поселиться у нас, что-то большое или маленькое купить, и получить ответы на все ваши хитрые вопросы про эту замечательную страну. Успехов!